Крупнейшая японская промышленная компания открыла второе предприятие на территории индустриальной зоны города Алматы. Закладка капсулы завода металлических изделий стала логическим продолжением казахстанско-японского экономического сотрудничества. Старт развитию индустриальных проектов был положен в ноябре прошлого года президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в ходе официального визита в страну восходящего солнца. Новый завод находится на территории индустриальной зоны Алатауского района Алматы. Инвестиции в проект превышают 3,5 миллиарда тенге и на 100% представлены иностранным капиталом. По расчетам экспертов, производственная мощность завода составит 17 тысяч тонн стальной продукции в год. Мы рассматриваем алматинский завод основной базой, в планы которой входит поставка продукции на внутренний казахстанский рынок, а также на рынки соседних стран. В связи с этим решено увеличить производительность завода и построить новые предприятия на территории специальной экономической зоны. Новая достопримечательность появилась в Шымкенте. Ко дню столицы в жилом массиве Сайрам после реконструкции открылся парк Наурыз. Капитальный ремонт здесь был 26 лет назад. На реконструкции парка из областного бюджета выделили 180 миллионов тенге. Строители восстановили 25-метровый аттракцион и установили фонтаны. В Алматы открыто движение на новой транспортной развязке на пересечении улиц Бокейханова и Северное кольцо. Строительство развязки стоимостью около 8 миллиардов 600 миллионов тенге началось в конце 2015 года. Аким Алматы отметил, что за 10 лет в городе введено уже 30 развязок, однако международный опыт показывает, что чем больше возводится инфраструктуры для частных автомобилей, тем больше увеличивается городской трафик. Официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву завершился церемонией подписания более 40 соглашений в области экономических отношений и культурного обмена. Одним из главных внешнеполитических приоритетов стороны назвали корейское урегулирование. Владимир Путин и китайский лидер намерены активно продвигать общую инициативу по разрешению кризиса, возникшего из-за ракетно-ядерных испытаний КНДР. Си Цзиньпин подчеркнул, что китайско-российские отношения вышли на новый уровень и послужат краеугольным камнем для мировой стабильности. Перед началом переговоров Путин вручил Си Цзиньпину высшую награду Российской Федерации – орден святого апостола Андрея Первозванного за заслуги в укреплении дружбы между народами двух стран. Договорились активно продвигать нашу общую инициативу, основанную на российском поэтапном плане корейского урегулирования и китайских идеях параллельного замораживания ракетно-ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных военных учений Соединенных Штатов Америки и Республики Корея. Можно сказать, что данный визит прошел плодотворно и придал новый импульс развитию всеобъемлющего китайско-российского партнерства и стратегического взаимодействия. Собственная атомная электростанция позволит Беларуси снизить ежегодные выбросы углекислого газа на 10 миллионов тонн. В стране постоянно проводится мониторинг состояния окружающей среды в районе строительства станции, а сейчас создается и автоматизированная система контроля радиационной обстановки с публичным доступом в интернет. Есть соглашение между Беларусью и Россией о возвращении отработанного ядерного топлива. Первый энергоблок белорусской атомной электростанции ведут в эксплуатацию в 2019 году, а годом позже второй. Сегодня идут замеры воды, почвы, значит, на том месте, где строится объект. Ведь ядерное топливо еще не завезено. Вот сейчас будет проведен мониторинг экологии, а потом точно такой же, когда станция будет в рабочем состоянии, когда ее запустят. И мы будем иметь возможность сравнить и увидеть, что ничего не поменялось. Ваша электростанция строится по типу АЭС-2006. С точки зрения мировых показателей, это лучшее решение, ведь проект включает в себя оптимальное соотношение активных и пассивных систем безопасности. Помимо этого, проект предусматривает резервирование, а это значит, что системы безопасности представлены в нескольких экземплярах. И если в экстренной ситуации один блок безопасности перестанет работать, другие справятся с нужной задачей. В Кыргызстане из 18 техрегламентов ЕАЭС для 6 нет органов сертификации. Несмотря на все усилия властей страны полностью подготовить профильные лаборатории к началу августа не удалось. Напомним, в конце лета в Кыргызстане вступают в силу технические регламенты Евразийского экономического союза. Смягчает ситуацию тот факт, что по большей части отсутствующие лаборатории нужны для товаров, которые в Кыргызстане не производятся. Лабораторий по определению соответствия стандартов качества ЕАЭС в Кыргызстане нет по таким направлениям, как сохранность пиротехнических
химических и взрывчатых веществ, безопасность подвижного железнодорожного состава и пищевой продукции особого назначения. Но, как говорят в местном министерстве экономики, приоритет при строительстве новых и переоборудовании старых лабораторий отдавался прежде всего тем отраслям, в которых республика выпускает продукцию. Для остальных товаров в первое время сертификаты соответствия можно получить в тех государствах-участниках стран ЕАЭС, где такие лаборатории есть, например, в соседнем Казахстане. По остальным группам изделий в Кыргызстане уже можно получить нужные документы. Вот по безопасности парфюмерии и косметических изделий, для того, чтобы проводить исследования, мы должны проводить на 15 показателей по требованиям таможенного союза. Фактически у нас все 15 показателей проводятся исследования, это 100%. Поэтому, если раньше они обращались в другие страны таможенного союза, то сейчас они уже обращаются к нам. Китай – важнейший партнер и союзник для Германии и для Евросоюза в целом, и в экономике, и в политике. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель в ходе визита в Пекин. Накануне саммита «Большой двадцатки» глава ФРГ встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином. Накануне поездки Ангела Меркель заявила, что США больше не являются гарантом существующего мирового порядка. С приходом Дональда Трампа трансатлантические отношения охладели, и Европе необходимо искать новых партнеров. Не менее важным фактором, в первую очередь экономическим, в этом смысле является Брексит. Мы хотим быстро заключить соглашение об инвестициях, которое однажды может превратиться в соглашение о свободной торговле с Китаем. Нам необходимо открытое прогрессивное сотрудничество. Мы хотим усилить сотрудничество в областях торговли, экономики, финансов, инвестиций, а также совместной борьбы с терроризмом. Евросоюз ищет новый выход из иммиграционного кризиса. Он планирует увеличить денежную помощь африканским странам, из которых бегут люди, и Италии, которая принимает наибольшее их число. Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс сообщил о приостановке действия правила, требовавшего рассматривать заявление на убежище в первой же стране Евросоюза, куда прибыл человек. Кроме того, мигрантов будут делить на разные категории. В Европарламенте мнения разошлись. Испанский евродепутат опасается, что поток мигрантов перенаправят в его страну, а словацкий предлагает депортировать тех, кто просто ищет лучшей жизни. Еврокомиссия также предлагает материально поощрять власти Ливии на то, чтобы она удерживала нелегалов от морского плавания. Этот план действий будет представлен в четверг на встрече министров внутренних дел Евросоюза. Когда мы разрабатывали дублинские правила, мы не предвидели такой специфической ситуации, с которой мы сталкиваемся в последние 2-3 года в Греции и Италии, сказал Франс Тиммерманс. Кроме того, беспокойство вызывает то, что многие люди, которые не имеют статуса беженца и не являются беженцами, используют возможность приехать в Европу по экономическим причинам, а статус беженца вовсе не об этом. Евросоюз взялся строить цифровую экономику, но у него для этого не хватает специалистов. Подсчитано, что к 2020 году останутся незаполненными 500 тысяч вакансий в сферах применения информационных и коммуникационных технологий. Для подготовки недостающих кадров еврокомиссар по образованию Тибор Навратчич предложил объединить усилия государственных ведомств и частных фирм, занимающихся наукой, технологией, инжинирингом и математикой. Способствовать внедрению электроники в Евросоюзе призваны и армия любителей, участвующие в так называемом движении производителей. Оно возникло с появлением трехмерных принтеров, на которых энтузиасты пытаются изготовлять нужные им вещи, чтобы их не покупать. В Брюсселе в конце июня временно создали город производителей, где им позволили экспериментировать, в частности, с робототехникой. Но прежде всего, эта инициатива признана увеличить интерес европейской молодежи к компьютерам и программам для них, и чтобы увлечение гаджетами становилось профессией. Американские власти отменили запрет на пронос ноутбуков в салон самолетов, следующих в США из Турции. Первый рейс после снятия ограничений совершил самолет турецких авиалиний из Стамбула в Нью-Йорк. Генеральный директор авиакомпании Беляль Экши сообщил, что в скором времени запрет на провоз электронных устройств на борту самолетов снимет и Великобритания. 21 марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона. Данная мера коснулась и Египта.
Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Турции. Великобритания запретила проносить электронику на авиарейсы из 6 стран Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии. Запрет вступил в силу с 25 марта. В рамках запрета пассажиры, совершающие авиаперелеты из этих стран, не могут иметь при себе на борту мобильные телефоны, компьютеры и планшетные устройства, размер которых превышает по длине 16 см, по ширине и толщине 9,3 см и 1,5 см соответственно. В скором времени запрет на провоз электронных устройств на борту самолетов снимет Великобритания. Масштабные сокращения, урезание заработных плат топ-менеджменту, закрытие сотен филиалов – такие меры примет итальянский банк Monte de Paschi, чтобы компенсировать катастрофическую нехватку капитала, достигнувшую почти 9 миллиардов евро. Генеральный директор Марко Морелли представил план реорганизации на ближайшие 4 года, чтобы попытаться вывести старейший в мире банк из затяжного кризиса. После того, как в декабре прошлого года стоимость акций банка упала до рекордного минимума, правительству пришлось выделить почти 5 миллиардов евро госпомощи. Так, Monte de Paschi фактически перешел под контроль государства. До 2021 года банк планирует продать невозвратные кредиты на сумму почти 29 миллиардов евро инвестиционному фонду. Также штат сотрудников будет сокращен на 5,5 тысяч человек, а 600 из 2000 отделений будут закрыты. При помощи таких вынужденных мер банк надеется получить чистую прибыль в размере 1 миллиарда 200 тысяч евро к 2021 году. По прогнозам, доходность акционерного капитала может вырасти до 11%.